15 мая у памятного знака Орден Победы торжественно открылась Аллея женской славы. В год мира и созидания, 85-летия образования Витебской области, представительницы Белорусского союза женщин города Витебска, студентки ВГУ, представляющие молодежное крыло БСЖ, собрались вместе, чтобы увековечить значимый вклад женщин в развитие области. Такая аллея уже посажена в железнодорожном районе города Витебска. Вот сегодня мы открывали аллею в Первомайском районе города Витебска. Я думаю, что к осени в Октябрьском районе мы тоже определим площадку, где эта аллея будет высажена. И сейчас наша задача, чтобы этот проект нашел свое развитие, он будет развиваться в этом направлении. То есть мы в архивах найдем всех наших женщин, которые трудились во славу нашего родного города. И со временем, я думаю, что мы напишем такую небольшую историю об аллее женской славы, где будут увековечены имена тех женщин, которые своим трудом прославляли наш город Витебск, Витебскую область, ну или нашу республику. Это нечто сакральное, ведь сегодня мы дали жизнь деревьям, которые высажены в год мира и созидания, которые олицетворяют символ женственности, символ семьи. А ведь сегодня день семьи. Очень важно, что в нашем сегодняшнем мероприятии принимали участие наши настоящие мужчины, студенты военной кафедры университета, которые олицетворяют мужество и силу. Мужчина – это тот человек, на которого всегда опирается женщина. Поэтому убеждена в том, что эта аллея будет еще и символом единства. Символом единства не только молодости и опыта, но символом единства мужчины и женщины. Все как заложено в наших белорусских традициях, в традициях славянского народа. Символичным оказалось и то, что акция состоялась в Международный день семьи. На торжественное открытие были приглашены почетные гости, среди которых не просто выдающиеся женщины, но и матери-героини, знающие о женской роли не понаслышке. Для меня это сравнительно все равно, что садить дерево – это как вырастить детей. Вот. Поэтому хочется пожелать тоже этим деревьям, чтобы они цвели, набирали силы, вот, и радовали глаз всех окружающих. Я думаю, что в будущем дети, когда вырастут, возможно, еще тоже внесут свою лепту в нужное дело. Дерево, как метафора, говорит о силе и стабильности, а также символизирует плодотворное развитие и единство. Все то, что характерно для белорусских женщин-лидеров. Ежедневной работой во всех сферах жизни и деятельности они доказывают свою готовность и решительность способствовать дальнейшему развитию регионов и страны, приумножать достижения и при всем этом оставаться прекрасной половиной человечества. Анна Семенченко, Александр Гергаев, ТВУ.